Нижегородская администрация планирует ввести новое тарифное меню в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после еженедельного оперативного совещания. По его словам, тарифное меню администрация города подготовила в нескольких вариантах, но пока ни один из них не утвержден. Необходимо завершить процедуру согласования. Я думаю, в начале июля тарифное меню не только журналистам, но и населению будет предоставлено. Цель этого тарифного меню – это улучшить качество и комфорт передвижения наших граждан. О том, что Нижегородская администрация разрабатывает тарифное меню на проезд в общественном транспорте, стало известно в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что новое меню будет включать в себя тарифы для 19 категорий граждан – школьники, студенты, пенсионеры, малообеспеченные нижегородцы. Цена на проезд будет отличаться в зависимости от вида общественного транспорта. Стоимость поездок заместитель главы администрации не разглашает. Необходимо детально проработать для того, чтобы я уверенно обосновал те цифры, которые администрация города сформировала. Как сообщают информационные агентства, себестоимость проезда в Нижнем Новгороде на разных видах транспорта составляет 25-30 рублей. Новое тарифное меню должны ввести уже в августе этого года. Олег Лавров, Ренат Бикбаев. Объективно. ННТВ.